Марка Bentley подвела итоги 2021 года, реализовав 14,5 тысяч автомобилей. Это более чем на треть лучше, чем в 2020 году, когда был установлен предыдущий исторический рекорд. Оглядываясь на 2021 в глобальном аспекте, это был еще один успешный год для Bentley. Мы продали на 30% больше. Спрос высок на весь модельный ряд. Главный драйвер — Bentayga, который обеспечивает более 40% продаж, а остальное делится между моделями Flying Spur и семейством GT. Такая же картина и на российском рынке — стабильный спрос и уверенный рост. Интерес клиентов британцы поддерживают и коллекционными автомобилями. Специально для России в ушедшем году разработали серию машин, посвященных истории русского балета. Прошлый год для нас был особенным еще и потому, что мы запустили лимитированную серию Russian Heritage. Из 6 кроссоверов Bentayga Speed эти машины уже доставлены клиентам. У Bentley много особых исполнений для нескольких рынков. Но я думаю, содержание того, что мы планировали для России, уникально. И это будет не последняя серия, то есть каждый год мы будем представлять новинки в исполнении Russian Heritage. Главной новинкой 2022 года будет бензоэлектрический седан Flying Spur, силовая установка которого построена вокруг битурбо шестерки 2.9. Между ней и трансмиссией встроен 100-киловаттный электромотор. У нас уже есть опыт гибридов на других рынках — в семействе Bentayga и Flying Spur. Здесь, в России, первой гибридной моделью будет Flying Spur. В целом, таков наш путь к электрификации, в том числе на российском рынке. Даже если кажется, что это будет не скоро, но путь ясен. Наша компания движется к полной электрификации шаг за шагом. И первым из них будет гибридный Flying Spur уже в этом году. В будущем электрический довесок появится и у машин с двигателями V8. Постепенно Bentley откажется и от старшего двигателя W12. Это часть стратегии электрификации. Один из этапов — уменьшение литража и переход к комбинации двигателя внутреннего сгорания и электромотора, который позволяет платформа. Мы уже это делаем, и наши клиенты это ценят. Согласно глобальному плану, уже к 2026 году модельный ряд Bentley будет состоять из подзаряжаемых гибридов и электромобилей, а полный переход на электротягу намечен на 2030 год.